освоим еще один способ быстрого, неявного разговорного наведения транс. Вспомните, пожалуйста, как вы были пассажиром, вы куда-то ехали. Может быть, на метро или поезде. Вы ехали без компании и ни с кем не настроены были общаться, просто вы сидели и ждали, пока вас поезд куда-то везет. И у каждого из вас был такой опыт, когда просто сидите и понимаете, что уже некоторое время ваш взгляд устремлен в одну точку. Просто вспомните, что вы в этот момент слышали. Как менялся ваш фокус внимания. И в какой-то момент, возможно, происходящее вовне переставало вас интересовать, а вы словно устремляли свой взгляд внутрь себя. Какие-то свои мысли, грезы, воспоминания. Вспомните свои ощущения, когда вы забываете, где вы сидите, как вы сидите. Вот вкратце вы сейчас научились такому приятному способу, как воспоминание о естественном трансе. Понимая, что сейчас происходит, возвращайтесь сюда. С пониманием того, как делать следующее упражнение. Идея понятна общая? То есть можно взять любое воспоминание человека о неком естественном трансе. Например, поездка, долгая поездка на транспорте, чтение книги, тот же самый бег, если есть такой опыт. Если вы знаете, что человек занимался плаванием, то плавание, любой спорт, ритмичный, монотонный. Просто предложите человеку, клиенту, вспомнить, как он куда-то, например, ехал, и детально опишите ему его опыт. Помните, как вы делали в самом начале сегодняшнего дня, утром, когда вы описывали, как человек бегает, что он слышит, видит, чувствует. Еще одно пожелание, когда вы будете работать в парах. Здесь среди вас еще есть люди, которые считают, что входить в трансовое состояние в тот момент, пока вам предлагает это кто-то другой, ну, не стоило бы. Интересна реакция этих людей. Пока, скажем, Юрий говорит трансовые формулировки, те, кто хочет использовать и научиться этот транс, позволяют себе входить в транс. Остальные, силясь как-то так поддерживать бодрость, не входят. Ведут себя нарочито активно, но интересно их поведение после того, когда Юрий говорит, а теперь вы можете выйти и слушать дальше. И эти люди в этот момент вваливаются. Вы все равно войдете в транс, рано или поздно. Просто сейчас научитесь использовать это для себя с большим удовольствием. Поймите, что входить сейчас – это просто, это легко, это свободно, и самое главное – это полезно. Например, для вашего обучения. И главное – безопасно. То есть сейчас вы для себя находите безопасную свою дорожку в транс из него. Потом вы сможете развивать, пытаясь, вернее, находя пути свои личные, как самому ходить в транс. Как это использовать с целью ускорения выздоровления, выключения боли, обучения чему-либо, да целому ряду интересных функций. Пока просто поищите вот свой путь в транс. Итак, в парах клиент-гипнотизер. Гипнотизер предлагает клиенту вспомнить ситуацию, когда клиент просто ходил в некий естественный транс. Прогулка, поездка, монотонная работа и так далее. И вы описываете, что он слышит, видит, чувствует. В какой-то момент можно предложить закрыть глаза, и некоторое время будет там приятно в состоянии обучения. И потом, сохраняя все приобретенные ресурсы, постепенно вернуться сюда. Здесь. Там здесь тоже.